Aman. Bye bye. See you, man. Almost took the guy out. So we say hello to our friend Aman. He's going to Qatar. Здрасте, здрасте всем. Сзади меня был приемный пункт при приезде на Купанган во время всей этой ситуации с заболевшими и не только. Вот что осталось после всех заболевших. Их переработали на пластик при приезде на Купанган. Они попадали вот в этот вот чан, вот этот вот черный, да, и выходили оттуда потом вот в форме вот этих пластиковых бутылок. Ладно, шутка, ребят, все, у нас здесь все спокойно, все нормально, вот видите, все закончилось, разбирают вот этот приемный распределительный пункт, который находится сзади меня. То есть, надеюсь, скоро откроются и все границы, и люди смогут спокойно с конца этого месяца, с начала июля, передвигаться между странами Азии, которые границы вместе с Таиландом. Все, будьте здоровы, не бойтесь. Но скажу, что еще осталось на острове. Вот меня даже очень-очень приятно всегда вдохновляет местная панганская жизнь и как люди друг к другу относятся. Вот сзади меня, видите, вот эту очередь. Это здесь до сих пор, несмотря на то, что ситуация изменилась, все равно слоям населения, которые нуждаются в поддержке, им до сих пор раздают бесплатно кое-какие продукты питания, рис и так далее. Поэтому, ну вот как это все работает. Вот люди приходят сюда каждый день и в определенное время становятся в такую вот очередь. И сейчас посмотрим, что им раздают сегодня. Мне даже самому интересно. Все ждут спокойно, не ругаются, отдыхают, общаются. Как видите, то раздают, я сейчас фотографии сделал, раздают совсем обычные, долго хранящиеся продукты питания. То есть насыпают, они приходят со своими мешками, пакетами, насыпают рис. Вот кто-то снимает, тоже фотографирует. Насыпают рис, дают еще кокосовое молоко, какие-то сливки, какие-то макароны быстрого приготовления. То есть все просто. И смотрите, сколько людей. Все ждут, все прекрасно. Делятся, чем могут. Каждому по чуть-чуть. Ich konnte mal.